аквапарк. Этого уже на снегу целую кучу. Пушкинская. Утром, вечером со снегом, с дождем. Ничего, пускай еще. Тут правильная дорожка. Надо по той было идти. Поснимаем мы немножко. Вон какая-то дорожка. Поснимаем мы немножко, да? Смотри, как хорошо видно. Маленький экранчик. Слушай, я вот еще заметила, она, видишь, вот при ходьбе так тюдюк-тюдюк-тюдюк. А при езде такого нету. При езде такого нету, она тут это. При ходьбе, наверное, все-таки сложно. Рука у тебя. Ну, может быть. Что там за корабль тут внутри? Может быть, может быть. Ой. Ой. Вон собачки смотрят. Красавица. Вышли на траву. Ой, Порезвюсь, да? Вкусно рыбу книжками торгуют. Книжки не буду смотреть. Котик. Блин, на любом. Как я на лошадь садился, я не ухожу. Вот этот фрагментик. Фрагментик в интернет выложит. Чего? А я с палочкой иду. Флажком. Я кто-то на флажок на красненький иду. Сижу. Я сниму большие праздники по улице. Хожу. Такой. Рука держу по улице. Хожу. На-на-нам. Та-да-да. Да-да-ду. Та-д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 а
Будда. Пеликан. Тебе тут нравится квартирка? А куда ж машину ставить? А? Без машины будешь ходить. Без машины? Потому вот лучше всего жить там, откуда можно дойти до кругом пешком. Прогуляться, вернуться и все. Да и в таком. А не то, что надо потом выехать, чтобы куда-то пилить. Вот мы вышли и уже мы по городу идем в центре. Тоже нарядились вот это вот. Тоже ты расширили. Я так с большим желанием нарядились. И довольны. Ну да. Посмотрели на себя, на слорики. Что тут представляете? Время есть? Да? Ты не заходил вперед. Собственник, я не знаю, что это. Рядом. Вот беленький. А, весь? Вот обнячок. А, беленький? Розовая. Ну, беленький-то ёханый бабай. Ну, так это... ты думала, беленький? Нет. Как поставьте? На розовый? Хороший особнячок беленький. Уже продано. Тебе не розовый, беленький. Она как раз все вместе хватает. Сейчас да, я сколько показал, пока морозит. Опля.
лошадка. Опять эта пони от нас ушла. Маленькая, а где она? Да, она впереди там. Тут только стояла около тумбы. Просто оттуда. А я как раз сказал, не-не-не, она уже работает, пускай. Ну, все? Пусть вам мечтаются красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть в сердце ваше устремление, которое до Бога долетят. И пусть от них горает скверно, счастливее сложится судьба, пусть освещается пространство для лучшей жизни. Раз и навсегда. Для вас. Спасибо. Да. Если люди хотят, хрен с вами, фотографируйте себя. Хочешь залезть на нее, я тебя сниму. Ну, конечно. Ну, такой. Вадик, давай вот сейчас. Лошадочка. Еще одна пони? Ну, еще одна, по-моему. Ну, сколько пони, да? Это такая маленькая. Пони. Слышала? Раньше обостряется у меня нюх, а вот это все сопли выходят. Кстати, вот этот черный тмин способствует. Да? Чувствуешь лошадиный дух? Вот. ДГТУ. Да. О, отлично, молодцы. И еще разок назад, ребята, прокатитесь, пожалуйста. Еще разок. О! О, молодцы! Ха-ха-ха, молодцы! Спасибо большое! Я думаю, да нет, четвертая на сколько там у нас снимает, кто его знает. Ладно, счастливенько. Сколько у нас время? Ну, а, все темно. Было.